С сегодняшнего дня через казахстанско-китайскую границу на пункте Нуржолы будут пропускать до 100 грузовых авто, рассказал замначальника департамента погранконтроля КНБ Гани Агадилов. По его словам, до недавнего времени из-за усиления карантинных мер китайская сторона пропускала только по 10-15 фур в день. Дополнительно с 10 июня между странами действует двустороннее соглашение на пропуск через пункты Кольжат, Бахты и Майкопчигай. Напомню, ранее в Министерстве финансов Казахстана сообщали о дополнительной причине скопления грузовиков на казахстанской стороне – отсутствие у большинства перевозчиков конкретных заказов и договоров на перевозку. Я был в мәселе. Это проблема в фокусе нашего внимания. На пропускном пункте Нуржолы китайская сторона усилила карантинные меры, из-за чего на границе образовался затор. Первое время пропускали не более 10-15 фур. С сегодняшнего дня, согласно двустороннему соглашению, ежедневно пересекать пункт разрешено грузовикам в количестве до 100 единиц.